76% избирателей проголосовали за поправки в Конституцию. Это данные экзит-пола проекта СОЦИС-А. Полторы тысячи интервьюеров работали в день референдума на 315 избирательных участках по всему Казахстану. Методом непрерывного точечного опроса на выходе из избирательных участков были опрошены порядка 350 тысяч казахстанцев. За поправки проголосовали 76%, против 23%. Исследования показали, что явка избирателей составила 67,5%. Надо сказать, экзит поу это не окончательные итоги референдума.